Заходити сюди. Ну, сюди ніхто не ходить, ми тут так от собі дихаємо. Тобто, фактично, бетонні укриття перетворились на якісь притони. Мені було пояснено, що, вибачте, ми не можемо вас пропустити. Ну, і через 15 хвилин, коли я вже увімкнув камеру, коли сказав, що я журналіст, мене вже після цього пропустили. Приміщення, укриття. На що муніципальна варта, навіть не відкривши мені двері, пояснили, що тут немає, виявляється, в них приміщення. Я кажу, а як це так може бути? Наші податки на ЗСУ! Наші податки на ЗСУ! Наші податки на ЗСУ! Боря дуже сильно... Депутати, чого ви на фронті? Або ви на фронті, або ви ще просто! Або ви на фронті, або ви ще фронту! Або ви на фронті, або ви для фронту! 20% на ЗСУ! Мені потрібно 10 людей робити нічого не потрібно, крім того, що буде тримати листівку. Зараз я розкажу, що робити. Всі інші – депутатам Дніпра ганьба! Прозорий бюджет – вільна країна! Прозорий бюджет – вільна країна! Прозорий бюджет – вільна країна! Життя рятує трони! Життя рятує Дніпра ГАЗСУ! Всем привет, Днепр на связи, 23 июня, 16:40. Ну что, друзья, несмотря на все, что происходит вокруг, очередные выходные и вновь акция «Деньги на ВСУ». Активисты вышли в центре города, в этот раз уже не утром, а ближе к вечеру, чтобы, как говорят сами активисты, наибольшее количество людей охватить. Чего добиваются? Добиваются, чтобы не 2% выделялось на ВСУ, а 20% или больше. В общем, достаточно много людей пришло, прошлись по разным точкам города, по разным локациям. Что просят, что кричат, о чем рассказывают, можно услышать в начале видео. Филатов вновь написал гневный пост о том, что это что такое, нифига себе. О том, что полезные идиоты, т.д. т.п. Ну, опять же, что это российское ДРГ, российское ИПСО, и невозможно выделять больше, так как уже и бюджет города подтвержден. Откуда это? Что это? А, молодцы, бордюр, наверное, будут менять. Дорогу будут делать. У-у-у, красавчики. Видите? Вот куда идут городские деньги. Дороги делают. Дороги строят. Вот так вот. Наглядно показал вам, куда уходят деньги с городского бюджета. Ну, вы, как всегда, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Правильно, неправильно. Как говорится, нужна ли экономика на военных рельсах? Или и так сойдет? Ну, сколько людей в городе, столько и мнений. Можно сказать, что тоже в городе у каждого свой на этот формат взгляд. Кто-то считает, что нужно выделять все на ВСУ. Кто-то считает, что нужно поддерживать и городскую инфраструктуру, иначе и так все развалится у нас, к сожалению, в городе. Ну, понятное дело, центр делается. Для кого, для чего. А вот окраина относительно.
10 километров от центра. Уже вот такая фигня малята. Любя хлопчики и девчата. Хочется, конечно, чтобы как на Успенской площади, как в центре города было везде, по всему городу. Красота такая была. А не вот так вот, что я его слепила из того, что было. Но, к сожалению, имеем, что имеем. Всем спасибо и до нового выхода на связь. Опа. Покажите Бенте. Жне.